Решать конкретные, а не надуманные проблемы, которые по-настоящему волнуют людей. С таким серьезным настроем в предварительном народном голосовании по 6-му избирательному округу участвует генеральный директор концерна «Дубки» Юрий Кондратьев. Его программа отличается от других принципиальностью и актуальностью. Заверяет, стратегию развития региона на перспективу воспринимает как руководство к действию. Я член команды партии «Единая Россия» и иду на очередные выборы, чтобы принимать грамотные законы, которые сделают жизнь саратовцев лучше, благополучнее. Помогать избирателям отставить их законы и интересы. Сотрудничать со всеми, кто реально желает и может работать на благо района, города и региона. Цель – сделать регион привлекательным в экономическом и инвестиционном плане, а его центр – Саратов – комфортным и уютным. Развитие промышленности, малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест – все это детально прописано в программе Юрия Кондратьева. Еще одно направление, по которому намерен работать кандидат – это благоустройство в широком смысле этого слова, а также социальная сфера. Для того, чтобы воплотить мою программу в жизнь, я буду решать важнейшие вопросы округа путем включения в бюджетные планы города, инициирование целевых решений Думы, включение вопросов в целевые программы, взаимодействие с администрацией города и районов в продвижении решений, постоянный контроль и влияние на исполнительную власть через депутатские запросы, использовать личные средства и ресурсы предприятий. Уверенность в реализации моей программы придает депутатское взаимодействие с партией «Единая Россия», которая обладает мощным ресурсом для решения самых сложных проблем. Впрочем, добиться эффективности в работе можно только одной командой. Об этом говорят все участники предварительного внутрипартийного голосования. Они готовы отстаивать интересы жителей региона на всех уровнях. Федеральный парламентарий Ольга Баталина подчеркивает важность и силу такой депутатской системы. В части работы на территории региона мы абсолютно едины. И работаем исключительно на благо жителей территории, которые нас избрали. И в этом смысле, мне кажется, это очень важная и правильная практика. Должна быть нормальная работа всей системы депутатов, вне зависимости от уровня. И я вам честно скажу, сегодня так и есть. Тайным голосованием выборщикам предстоит избрать 3 кандидатов из 6, которые войдут в региональный список «Единой России» на выборах в областную думу. Несколько минут на подсчет голосов и результат. Лидером по 6-му избирательному округу стала депутат Госдумы Ольга Баталина. Ее поддержали 139 выборщиков. На 2-м месте генеральный директор концерна «Дубки» Юрий Кондратьев. Замыкает 3 лидеров руководитель предприятия «Рефоптоэлектроника» Александр Сидоренко.